Мы долго бились о какую-то глухую стену, пока однажды я не проводила свой дух пулера, и мне попался спортсмен, который говорит: «А почему ты не делаешь это, тебе не надо платить аренду?» Я говорю: «Ну, у нас нет в Днепре таких мест». И он сказал: «Попробуй поговорить с депутатом». Ну, так получилось. Депутат уже поговорил с парком и как-то с горсоветом, и там уже... Конечно, чем больше снарядов, тем лучше. Конечно, нужны еще и туннели, нужны еще со слалом, чтобы учить собаку по-разному. Чем больше снарядов, так же, как и для ребенка, тем лучше. Еще головой лазер и... Сейчас мы видим, что собаки ускорились вместе с проводниками. Лапы собаки не должны заходить за стопу проводника. Сейчас не покажут, как они обходят группу людей. Собака не должна отвлечься. Идут по восьмерке и останавливаются в центре.